касание, держим мяч коротким накатом. Ниже, 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 касание, ниже, это опять высоко. Накат, накат, накат делаем, все очень под мяч выходим. Ниже касание. Короткую же играем? Да, ниже касание, ниже касание делаем. Спасибо. Если удобно, лови, Паша. Сюда, сюда, мяч, мяч, мяч. Thank you so much. It's a very popular record. Ниже, 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 касание, ниже делаем. Защищаемся, защищаемся. Защищаемся каждый раз. На мысках, на мысках, на мысках. Психологически устроен таким образом и на площадке тоже. Но у него надежда на то, что ему не придется делать. Он стоит так. Выбираться. Все наоборот. Мы готовимся к самому худшему варианту. Вот, например, Илья там разыгрывает мяч, делает три касания. Да? Давай, делай три касания. И я готовлюсь бежать вот туда. Вот, прям, готовлюсь бежать. И мне не нужно туда бежать. Я здесь проделаю один метр, да, и спокойно делаю то. Но если вдруг туда, прям сразу бросать, если вдруг нужно туда бежать, я должен быть готов и добежать до этого мяча. А не стоять так, как будто меня точно не дал прилететь. Мне не придется прилететь. Наоборот, готовимся к самому худшему варианту. Если неудобно, ловим мяч. Не надо просто туда тыкать. Ловите мяч, делайте движение. Ниже, ниже касание, Паша. 12-13.